誰かを好きになることなんて私わからない。Я не знаю, кто ты и как тебя зовут, но послушай меня. Если ты когда-нибудь услышишь, как кто-то у тебя во дворе ломится в подъезд, неважно, твой или соседский, и кричит грубым мужским голосом: «Дверь мне открой!» Знай, что ты должен собирать вещи и бежать. Беги на другой конец города, а может и в другой город, даже в другую страну, и молись, чтобы оно тебя не достало. А еще лучше заведи себе животное: кошечку, собачку, рыбку, да хоть бразильского птицееда. Главное, чтобы в твоем доме было какое-то животное. Оно сможет предупредить тебя о его приближении. Я сам имел аквариум с золотой рыбкой и Колли по кличке Степан, но я не сумел вовремя понять, что значила их странная гибель. Вначале Степка стал себя странно вести, не мог усидеть на месте, все время просился гулять, а на улице хотел вырваться и убежать. Рыбка же умерла, как только пес стал сходить с ума. Ничего зловещего в этом я не увидел, но сдохла рыбка и сдохла. Отправим ее трупик постигать тайны городской канализации, и дело с концом. А у пса наверняка просто игривое настроение, которое пройдет через пару дней. Но ни через пару дней, ни через несколько Степка не успокаивался, а лишь становился более шумным. Он постоянно скулил, особенно по ночам, хотел сбежать из квартиры и вообще как можно дальше от нашего двора. На прогулках я стал замечать, что то же самое творится с собаками некоторых моих соседей. И еще была одна странность. Несмотря на летний период, птицы исчезали со двора. Не было ни чириканья воробьев, ни вороньего карканья, ни этого идиотского звука, какой издают голуби. Завершением всего этого животного безумия стала одна интересная процессия, произошедшее в моем дворе. Я открыл дверь в подъезд, и слава богу, что я не вошел туда сразу, ведь оттуда выбежал целый строй крыс. Их, наверное, было около сотни. Сотни темно-коричневых мохнатых телец с мерзкими лысыми хвостиками, издающие гадкое пищание. Степка сходил с ума примерно неделю, после чего в его поведении произошел поворот на 180 градусов. Неусидчивость сменилась апатией, и мой песик проводил круглые сутки на своей лежанке. Он почти перестал есть, и я уже решил отвезти его к ветеринару на ближайших выходных. Но вернувшись однажды домой после рабочего дня, я обнаружил пса мертвым. Несчастный Степан жил у меня вот уже 5 лет, и я был страшно опечален его кончиной. Я понял, что это случилось из-за какой-то болезни, вот почему он так странно себя вел, и чувствовал себя виноватым в этом. Все животные, что могли, покинули наш двор, а те, что не могли, предпочли умереть. Могло создаться впечатление, что на нас надвигалось какое-то зло,
и звери ощущали это. Но человек – тупейшее животное, и никто из людей в нашем дворе не чувствовал приближающуюся грозу, а она меж тем уже готова была разразиться. Ее начало пришлось на теплую июньскую пятницу. Было около 12, и я только лег в кровать, еще не успев уснуть, как вдруг с улицы донесся дикий грохот и крик. «Дверь мне открой!» Видимо, не открыли, и стук повторился вновь. Затем раздался другой крик. «Я тебе ща открою!» Затем последовал долгий грубый мат. Поссорились два грубияна, ну и что с того? Так подумал я, засыпая и надеясь, что крики их драки не помешают моему сну. Утром, выйдя в магазин за хлебом, я увидел стоящую во дворе скорую. Подумав, что кому-то стало плохо, я пошел дальше. Однако позже я узнал, что никому не было плохо. Просто у подъезда нашли труп. Погибшим был Валентин Петрович, мужчина 40 лет, живший в соседнем подъезде. Как оказалось, это он собирался предыдущей ночью открыть дверь, зачем и вышел из дома. Его жена еще в четверг уехала на дачу, поэтому некому было обеспокоиться тем, что он так долго не возвращался. Следов драки обнаружено не было, а Валентин Петрович скончался от сердечного приступа. Никаких свидетелей не было найдено. Наш двор достаточно большой. Из-за отсутствия нормальных скамеек и непокореженной детской площадки, пятничными вечерами мало кто собирается в нашем дворе, чтобы распивать пиво. Спустя 2 дня я проснулся от грохота и того же крика. «Дверь мне открой!» «Ну да, опять кто-то забыл ключи. Какая тут мистика?» Успокаивал я себя, стараясь уснуть. В предрассветные часы я проснулся от мучившей меня жажды и пошел на кухню за стаканом воды. Благодаря открытым окнам и жизни на первом этаже, я слышал почти все, что творилось в это время на улице. Шум привлек мое внимание, и приоткрыв немного шторы, я посмотрел на улицу. Там я увидел, что у соседнего подъезда стоит полицейская машина, а служители закона опрашивают людей в халатах и домашних тапочках. Я быстро смекнул, что это жители первого этажа, которые почему-то выбежали на улицу из своих квартир. Поговорив на следующий день об этом с соседом, я узнал, что в соседнем подъезде на первом этаже был совершен взлом. Ночью соседи были разбужены ужасным грохотом и всей толпой вывалили на лестничную площадку. Дверь в одну из квартир была выломана. Косяк давно требовал ремонта, а дверь замены, так что это не было великим препятствием на пути грабителей. Один храбрец решил зайти внутрь, но в ужасе выбежал оттуда с диким криком, а за ним и все соседи выбежали из подъезда. До самого приезда полиции люди боялись заходить в подъезд, а тот бедняга, что решился зайти в ту квартиру, молча сидел в стороне. Даже полицейским не удалось разговорить его. Те же не обнаружили в той квартире ничего, ни крови, ни трупов, ни самих хозяев. Те куда-то пропали, хотя все соседи утверждали, что та молодая семья, что жила в этой квартире, никуда не уезжала. «Мистика», — подумал я и не отнесся к этой истории с должной серьезностью. Хотя где-то внутри меня уже появилось беспокойство. Через 3 дня после этого я вновь был разбужен ночью, на этот раз звонком в домофон. Проклиная весь свет, я поплелся к трубке. «Да», — сказал я сонным голосом. «Извините, что разбудил», — начал низкий мужской голос. «Но я потерял ключ от домофона. Пожалуйста...» Я не дослушал его и повесил трубку. Мало ли, какой наркоман хотел попасть в наш подъезд, чтобы ширнуться или ограбить кого. Но звонок сразу повторился, и мне пришлось отключить звук, чтобы нормально выспаться. Только я вернулся в кровать, как вдруг услышал с улицы вопль.
Дверь мне открой! Теперь этот жуткий визитер ломился в мой подъезд. Я сразу же сопоставил факты и понял, чем для меня может закончиться эта ночь, если я пущу его. И первая волна страха прокатилась мурашками по моей спине. Я старался успокоить себя тем, что моя входная дверь слишком крепкая, чтобы ее выломать. Поэтому, даже если этого сумасшедшего кто-нибудь и пустил бы, то ничего он бы мне сделать не смог. Крик повторился вновь и вновь, сопровождаемый громким стуком в дверь подъезда. Я сначала не понимал, почему еще никто не вышел, чтобы прогнать этого человека, но потом вспомнил о рискнувшем выйти Валентине Петровиче и понял, что людей держит память об этом инциденте. Минут 10 я лежал на своей кровати, укрывшись головой, мечтая, чтобы этот маньяк ушел. Вдруг я допустил странную и пугающую мысль, что в мой подъезд ломится сейчас вовсе не человек. Иначе как объяснить странную смерть Валентина Петровича и исчезновение той семьи? Да и не хватило бы сил у одного человека, чтобы выломать дверь, пускай даже и хлипкую. И вдруг то, что так рьяно рвалось в подъезд, постучалось в мое окно и заговорило со мной. Это было невообразимо страшно, будто какое-то сверхразумное чудовище спокойно вошло в твою квартиру. «Эй, ты!» — услышал я мужской бас. «Я знаю, ты там. Лежишь, обернувшись одеялом. Надеешься, что я тебя не достану. Ты ошибаешься. Я приду завтра и послезавтра, и так до тех пор, пока не попаду в подъезд. Если я не попаду так, то найду другой способ. Так что пусти меня, не усложняй нам обоим жизнь». Я старался заткнуть уши, чтобы не слышать этого голоса. Было что-то невыразимо ужасное в том, что он ко мне обращался. В ту ночь я так больше и не уснул. Какое-то время эта тварь еще ломилась в подъезд, но потом ушла. Утром я сразу же собрал вещи и переехал к родителям. У них я провел 3 спокойные ночи, а затем я вновь услышал этот чудовищный крик. За последний месяц я сменил несколько мест жительства. Я жил у друзей и родственников и нигде не задерживался больше, чем на неделю. Никто не мог понять этой беготни по квартирам. Мне говорили, что нет ничего особенного в том, что какой-то пьяница колотится в дверь, требуя, чтобы его впустили. Но я-то знал, в чем тут дело. Недавно мой преследователь сменил методику. Он больше не ломился ночами в двери, а действовал более изящно. Мне стали приходить письма, как по обычной почте, так и по электронной, где меня приглашали посетить всевозможные мероприятия. Да, конечно же, разве кто-то в здравом уме мог бы пригласить меня на открытие книжного салона на месте заброшенного завода или на автовыставку в загородном лесу? Я быстро понял, что Магомед решил ждать, когда гора сама к нему придет. Что ж, пусть будет так. Может, скоро он вновь поменяет тактику, и тогда у меня не будет выхода, кроме как отправиться прямо к нему в лапы. Я не знаю, что это и почему ему нужен именно я. Думаю, тут есть что-то вроде жатвы. Видимо, этому существу нужны определенные люди, ради получения которых он не остановится ни перед чем. Теперь, прочитав мою историю, надеюсь, ты будешь знать, что нужно делать, когда вся живность исчезнет из твоего двора, и ночью ты услышишь крик, требующий открыть дверь. «Дверь мне открой!»
Это началось совсем недавно. Тогда было где-то 23 часа, и я сидел за компьютером и переписывался с друзьями в ВК. Когда я уже собрался идти спать, то мне пришло сообщение от человека по имени Александр Рудых. Ничего подозрительного, кроме текста сообщения, в нем не было. Ведь это никакой там не демон 666. Сообщение было такое: «Привет, я уверен, что ты меня не знаешь. В общем, мои соболезнования, но тебе очень не повезло. Скоро за тобой начнет охотиться непонятная тварь, и единственный способ избежать этого – не спать 10 дней подряд. Знаю, это сложно, может быть даже невозможно, но только тогда угроза минует. Если ты меня не послушаешься и уснешь, то он придет к тебе во сне и попытается сделать так, чтобы ты потерял связь с реальностью. Тогда забрать тебя будет проще простого, поэтому просто послушай моего совета, и тогда выживешь. Или старайся проснуться как можно скорее. Удачи». Что это за бред? Первая моя мысль после прочтения этого сообщения. Видимо, школьникам новое развлечение – писать людям какую-то бессмысленную ерунду. Зайду-ка я на его страницу. Но мне не удалось посмотреть, кто это, потому что страница была удалена. Ну, посмеялся человек. Что, не спать теперь? После этой мысли я пошел спать, но, естественно, неприятное чувство осталось. Проснувшись, первым делом взял телефон, лежавший рядом на тумбочке, и посмотрел время. 11:23. Воскресенье. 30.04.2017. Выходной. Повезло мне. Иначе бы уволили. Я вспомнил про вчерашнее сообщение и сразу полез в социальные сети. Оказалось, что никакое сообщение мне вовсе не прислали. Чудеса. В общем, стало немного не по себе. Поэтому решил пойти к другу. Где-то через час, когда был у друга, пил теплый чай с печеньем. Он спросил меня: «Что-то случилось? У тебя на лице написано, что произошло что-то нехорошее». «Да, было дело». Я ему рассказал все, что было. Сначала он слегка начал посмеиваться, потом начал хохотать, а после был просто безумный смех, перерастающий то ли в крик, то ли в визг. Внешность моего друга начала меняться. Глаза стали темнеть, а рот превратился в длинную улыбку от уха до уха, и в нем было видно примерно 100 маленьких желтых клыков, и телосложение стало худощавым. Это худое, высокое чудище сидело передо мной, кричало, улыбалось, крутило головой на 360, а то и на 720 градусов. Знаете, что стало самым страшным? То, что оно начало медленно двигаться на меня. От паники я упал со стула и ударился головой об стену, но не чувствовал боли из-за страха и побежал оттуда к двери. Я говорил, что было страшно, когда эта тварь поползла на меня. Я ошибся. Стало еще страшнее, когда я увидел, что двери не было совсем. Просто стена с обоями. Будто так и должно быть. Вопли этой твари были все ближе. Наконец, я просто потерял сознание. И тут же проснулся у себя в кровати. Сразу посмотрел телефон. 11:23, воскресенье, 30.04.2017. Это был просто сон. Слава богу. Первая моя мысль... Я опять включил компьютер, но сообщение уже было. Пошел к холодильнику. Увидев, что он пуст, оделся и пошел в магазин. Войдя в супермаркет, взял товар и понял кое-что. Ни на улице, ни в магазине не было ни души, ни звука. Из-за этого становилось страшнее и страшнее с каждой секундой. Но подойдя к кассе, успокоился. Там стояла продавщица, смотрела куда-то вперед, не реагируя на мои попытки привлечь внимание. Когда она повернулась ко мне, стало неспокойнее, а хуже. Глаза ее стали темнеть, а рот растянулся в широкой улыбке, прям как во сне. Я, бросив покупки, побежал вглубь магазина, спрятался между полками и просто начал плакать, как маленький ребенок. Прошло минут 10. После чего к моему плечу кто-то прикоснулся, и послышался мужской голос: «Гражданин, что за выходки?» Я обернулся и увидел охранника. И думаю, вы поняли, что потом произошло. А произошло то же самое, что и с кассиром. И опять мне пришлось убегать к выходу. Опять двери не оказалось. Но на этот раз мне не удалось просто так потерять сознание. Он догнал, схватил меня своими худыми, но чертовски сильными руками. И только после этого мне удалось проснуться. Опять 11:23.
Опять воскресенье. Уже понял, что это очередная фаза этого кошмара. И понял, что из этого замкнутого круга мне не выбраться. Я пошел на кухню, взял нож, подумал минуту и провел себе по венам острым лезвием. И я снова просыпаюсь у себя в кровати, но на этот раз с перерезанными венами. Стало очевидно, что это тоже сон. Я встал, разбежался и прыгнул в окно. Думаю, ясно, что дальше. 11:23, воскресенье, моя кровать. И я не верю в Бога, дьявола и прочее, но сейчас просто начал вслух молиться, в надежде, что кто-нибудь или что-нибудь мне поможет. Прошло несколько минут, но за окном было темно, и заглянув туда, увидел небольшие белые зрачки и огромную улыбку. После послышался тот самый крик или визг. До сих пор не понял, что это было. А после оно начало выбивать окно и заползать ко мне в комнату. Я опять проснулся. Сходил на кухню за ножом и вышел после этого на улицу в поисках той самой твари, чтобы попытаться покончить с ней. На улице не было никого, не было ни звука, и повсюду был густой туман. Долго искать не пришлось. Оно появилось прямо из тумана передо мной на расстоянии 3 метра. Дальше эта тварь кинулась на меня, но мне удалось увернуться, нанести удар ножом в подбородок. Оно закричало еще громче и упало на землю. Но прежде чем раствориться в тумане, успела укусить меня за руку. После этого меня разбудил полицейский. Было солнечно, и я лежал на асфальте с окровавленным ножом и раной на руке. Он забрал меня в участок, допросил, и, услышав мою историю, просто задумался и отпустил домой. Но на этом все не закончилось. Теперь у меня постоянно жар. Кожа понемногу меняет свой цвет на бледно-желтый. Телосложение становится более худым, постоянно температура плюс 40, что слишком странно, ведь я бы уже был мертв, хотя я не уверен, что сейчас живу, ведь в зеркале с каждым днем я вижу все более и более похожего на того монстра лицо, и не могу ничего сделать. Хотелось бы, чтобы мне кто-нибудь помог, но уже поздно. Также уже выбрал жертву. Сейчас пишу в социальной сети сообщение о своем скором появлении. Проверьте, не вам ли адресовано оно. Ведь тогда...